Это какие-то комариные укусы вообще. Это больше шуму делают эти политические круги. Просто у меня это вызывает смех. Да ради бога. Зля Россию они только в топку, по-моему, очень хороший уголь подбрасывают. Плевать хотел обычный гражданин на эти санкции. Пока. Пока они не затронули экономическое положение страны. Санкции — это очень плохо. Я, например, боюсь, наша биотехнологическая лаборатория настроена на собственные ингредиенты, которые делают американцы. Я не думаю, что до этого дойдет, но стволовые клетки растут, между прочим, на американский ингредиент, и никто не делает ничего другого. Барак Обама, как всегда, придумывает какие-то очень странные вещи, какие-то делает смешные, несуразные выводы по поводу ситуации в Украине, в том числе и вот эти новые санкции. Это просто смешно. Это делает Европа и Америка для того, чтобы хоть как-то дать нам понять о том, что они считают, что мы поступаем неправильно. Вот это изображение санкций, которое сейчас происходит, я надеюсь и я уверен, сделает нашу страну только сильнее, мощнее и более защищенной. Мы наконец-то поймем, что мы должны сами быть сильными. Олигархический такой анклав нашей страны, они знают, что большие деньги — это риски, большие риски. Санкции — это для них риски очень большие, потому что они боятся хранить здесь и показать, что деньги здесь. Ну, возможно, какие-то денежки зеленого цвета где-то находятся там, например. Да и нехрен там хранить, храните у нас. Все правильно. А вам молодец.